Перед вами моя пирамидка из шляп. Я очень люблю шляпы, и это не все мои шляпки. Ну, одни из моих самых любимых. Давайте примерим. Эта шляпка, она такая классическая. Я хочу сказать, что я ее люблю надевать более подбрючные варианты. Но, тем не менее, она очень хороша. Хорошо сидит на голове, и никогда не надо переживать, что ее унесут ветром. Очень люблю эту шляпку. Эта шляпка не менее хороша, но она как-то уже более посвободнее на голове. И если ветерок дует, это красная шапочка прям, да, кто-нибудь скажет однозначно. Ее надо придерживать все-таки, она как-то вот более свободна. Тем не менее, очень тоже люблю эту шляпку. Вот чисто белая шляпа тоже. Я старалась выбрать шляпы с собой, чтобы как бы каждая подходила под наряд. Вот моя белая шляпа, тоже ее очень люблю. Ее можно как и под сарафан, как под платье, как и под брючный костюм. Моя знаменитая шляпа Чача, вы ее уже знаете. Я очень часто ее надеваю, очень люблю. Она, вот эта шляпа, она очень глубокая. Я хочу сказать, ее можно вот так надеть. И как бы ты сидишь, и весь мир тебя не видит, а ты наблюдаешь за всем миром. Очень люблю эту шляпу. Она одна из самых моих любимых. И обычная, еще одна классическая, вот такая черная шляпка. Тут любой наряд. Сейчас надеваем шляпы. И идем украшать собой весь мир.